В минувшую субботу ивановцы возложили цветы к памятнику Михаила Фрунзе. Почтить память основателя Иваново-Вознесенской губернии пришли чиновники, депутаты, работники сферы культуры. 2 февраля 128 лет со дня рождения Фрунзе. А вот Ивановской области в этом году будут праздновать юбилей – 95 лет. Хорошим подарком основателю могла бы стать реставрация его памятника. За последние годы изваяние заметно обветшало. Памятник действительно имеет уже большую историю. Он был поставлен в 1950-х годах. И, безусловно, реставрация будет. Мы такую заявку в федеральную программу «Культура России» дали, поскольку это памятник федерального значения.